Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители моего канала, с вами Михаил. Решил я посмотреть, что продают для моего робота. Изначально у меня была вот такая голова, да? Сейчас я вот нашел, посмотри, по параметрам, по характеристикам, в принципе, выигрышная. Выигрышный доспех, я считаю. Так, может еще что-то найду, но вряд ли я так думаю. Скорость увеличивается даже. Восстановление энергии, по-моему. Ну, в общем, практически даже ничего не теряет. Давайте еще посмотрим. Это было 16-е, да? 16-е. Ну да. Самое нормальное это... Что такое? Нет. Давайте 16-е. Окей. Теперь стало мощнее. Меняем. Хорошо. Так. Теперь давайте посмотрим тело. Да. Опачки. Слушайте, а у меня какой был доспех, если... здесь все показатели выше. Странно. У меня был 4-й, что ли? Так. Здесь и Silence только меньше, да? Ну-ка. Жизни. Нет, жизни тут лучше. Кстати, мобильность такая же. DFN, я уже забыл, что это такое. Ну ладно. Power Recovery. 12 тут вообще. 12, а тут у нас 10. Из наших 9, да? Ну-ка. Эндоскелетон какой-то. На скорость, да, будет. Но с жизнью не все плохо. Давайте я посмотрю. Это у меня туловище. У меня туловище. Что на продажу, да? Так. Сейчас прикупимся. Я уже ради интереса решил своего бойца прокачать. Потому что онлайн, когда бывает, то очень плохо. Очень-очень быстро меня уделывают. Так вот. И давайте посмотрим, что у меня за туловище. Опа. Ну-ка. Нет, это мне не нравится. Так у меня 4-го уровня всего-то. Странно, видимо, тогда не было. Отлично. Руки давайте посмотрим. Руки, по-моему, также 4-го уровня. Ну-ка. Я думаю, будет возможность увеличить сейчас и руки. Да. Ну-ка, покажите. Тут у меня атака лучше встает. И, в принципе, это 5-й уровень, так что... Сейчас посмотрим. Кулаки. Кулаки. Вот мои кулаки. Но этот уже 5-й уровень, да? Это что? Скажите мне. Улучшаются. Неплохо, кстати, увеличивают силу атаки. Странно даже. Так. Это такие же, походу, да? Ладно. Да давайте сейчас быстренько шапинемся. Забыл уже, как делается давно. Не заходил в магазин, как говорится, пошопиться. Голову я им поменял. Мне станет намного мощнее. Так, такое туловище я не очень хочу, на самом деле. Вау, покажите мне его. Resilience, в принципе, как он будет в таком амплуа, мне интересно. Интересно, ну ладно. Так, это все 3-4 уровня. О, кстати, 4 уровня уже. Вот такое, да, значит. Боится у меня с таким есть телом.
Ну что? Сейчас проверим. 7200. У меня 7. Ладно. И так-то большой выбор на самом деле, но, знаете, выбор большой, но выбрать нефиг. Продают много, но ничего толкового. Ну вот это вот, да. И у меня усилится. Или вот это вот. Нет, не нравится мне этот корпус. Возьмем вот это вот. И 7600. Боевой рейтинг был 5 копейками, если я не ошибаюсь. Хорошо. Вот и демка у меня загрузилась. Так, вот. Смотрите, у меня сейчас увеличится урон жизни. В общем, я буду круче. Давайте тогда посмотрим. Вот так вот, сколько тут? 69, много. Большой выбор. Но на самом деле, мне мало что подходит. Тут с 1 по 5 уровень разные. Ну и первый уровень, который вообще ничего не подойдет. Можно было как-то отбирать, что ли? Так, пока ничего не... А, давайте сделаем так. Вот и все. По полочкам каждую руку. Так, не подойдет. Покажите мне его. Тоже мне не очень нравится. Самые нормальные это были мои доспехи 5 уровня. Опа. Смотрите, 4 только, кстати. 5 их даже нету. Это тоже 4. И 5 уровня. Ну-ка. Я хуже. Хуже. Вот, это что такое? А, вот. Шогон. Так, сейчас у меня 7600, да, уровень, да. Смотрите. Опа. Опа. Сразу на две руки. Чище. Ну, теперь я буду крутым. И у меня урон будет намного лучше. Поехали. Что я еще могу? Атака. О-о-о. Неплохая рука. Это уже, ну как, покажите мне. Ага. Скорость теряется, конечно, но мне сама вид руки не нравится. Ну как-то убого выглядит, а это что? А, у меня его нет, да, она и короткая. Короткие и длинные руки, и тут есть разница на самом деле. Так, у меня пятый. Ну, что-то такой интересный. Опа. Опачки. Давайте посмотрим, что это рука. Неплохо. Вот это можно прикупить. Скорость теряю, все. Ну-ка. Ну и боевой рейтинг тоже уменьшается почему-то. Ну ладно. Вау. Ну-ка. Меня уже зовут. Сыграем, типа. Сыграем. Ну, сыграем, наверное. Зарядить все-таки одну руку такую. Давайте я сделаю разнобой. О, нифига, на 100 тысяч стоит. И все, хватит. Харе, мужик. Там уже будем экспериментировать. Давайте я сейчас с ним договорюсь и поставлю уже на запись. Точнее, на паузу, а потом на запись. В общем, наблюдаем вот такую картину. Я с подписчиком не смог так и сконнектиться, не знаю почему. И вообще никого нет. В общем, играем как привыкли. Давайте. Сейчас я просто хотел заранее, думаю, в онлайн поиграть. Может, я приглашу, но... Ну давай, принеси, давайте попробуем все-таки. В общем, скорее всего, не получается. Не получается, значит... Давайте еще попробуем сделать так вот и уже последний раз, потому что затрачено время на это. Ну вот что требовалось заказать. Я заметил вечером, ну тяжело подключиться, не знаю почему. А вот днем еще можно.
Давайте все по старой тропочке пойдем. Потопчем Кикси, или он нас потопчет. Потому что мы еще не делали дело. Вот, там уже посмотрим. Ну что ж, давай уж, Кикси, умри, чоли. Давайте я попробую тоже. Что ж ты, блин, меня вот так вот некрасиво. Смотрите, что он творит. У меня просто шансов нет с таким монстром. Откройся, отлично. Я не знаю, как все начинать. В принципе, тут начинаете хорошо, плохо, без разницы. Потом может... О, промазал. Ага, это же живо. Промазал. Ой, попал. Давай, уходи нафиг. Чертям собачий. Звуку там поднатаскал немножко. Бум! Удар серьезный был. И вот так вот. Раз-раз. Оп. Подлечился. И все, поехали дальше. Посмотрим. Еще можно ударить. Не задел. С пользой не задел. Но. Ну нафиг я. Сейчас все, он подлетит, я его. Вот так. Оу, на блок, да, нарвался. Класс. Опа. А я ушел. Опа, зацепил даже его. Отлично. Я был промажен на самом деле. Ну все-таки его зацепом. Ну, немножко, правда, жирнее ушло. Ну, блин. Тут своими длинными конечностями. А так вот. Входим. Ну, сейчас, конечно, у меня... Оу, пробил. Пробил броню мою. Хорошо. Так. Еще. Еще. Ну, в принципе, можно было не чиниться, но все-таки. Давайте мы и забьем его. Да, можно ставки делать на каждый бой, на самом деле. Я знаю, что он сильный товарищ. И с ним ставки не против сделать, но тоже буду пытаться его уничтожить. Отлично. Больно? А так вот. Еще могу тебе... Ой, блин, закрылся, да. Ну что? Откройся. Отлично. Слушайте, ну так я могу, в принципе, одержать победу. Да посмотрим на жизнь. Нормально. И у меня еще доживает. Это радует. Ух, блин, промазал. Да как же так-то? Так, главное отходим. Главное отходить пока. У нас это мало, лучше не шутить с этим. Откройся, что ж ты. Один интеркотом спать. Вот так вот, друзья. Мучился, бил его, да? В итоге один удар решает всю игру. Ну, не всю, конечно, но... Он решил уже много этим ударом. Я уже еле встал, но нормально. Блин, не подходите ко мне. Уходим. Смотрите, какой он, а? Блин, не уйдешь от него никак. От этого удара вообще тяжело уйти. Так, ладно. Лады. А что я тут чиню? Тут, знаете, бесполезно. А потому что потому. Он меня уничтожил. Ну ладно. Размялись вообще многие. Такой вот он страшный и кровожадный, да? Хорошо. Тут же еще. Можно наращивать на самом деле. Ну нафиг его. Еще он закрылся, я даже не попал по нему. Офигеть. Держи тогда. Еще. Наконец. Неплохо снес. Поближе, когда он подходит. О, вот это плохо. Уходим.
Не, это поднатаскал у меня, конечно. Ладно, что там. Прыгнем. Ух, попал, думал, не попаду, на самом деле круто. Еще попал. Иди, иди, давай, иди. И... Отлично. Мне же нравится уже. А вот это уже тяжело, когда блок стоит. Спидар. Давай. Опять блок. Что за... Нафиг. Отходим. Ступление. Наш главный друг. Да что ж ты... Ты не кинь как от него. Вот видите, о чем я. Уничтожил детку. Ладно. Ох. Размялся на мне. Ну, давай, откройся. Не хочет он открываться. Ура. Надо за ударом мы время сэкономим. Раунд заканчивается, мы его тормосить будем. Отлично. И еще раз. От этого приема тяжело, конечно, использовать. Это хорошо. Если бы я промазал, он бы не врезал по самые... Отлично! Давайте его. Ух! Блин, если бы я не успел, было бы больно. Вау. Он мне даже не повредил ни одну деталь, пока это круто. Даже не деталь, а части тела. Ну, держи. Сразу же обновим. Сейчас я тебе броню подломлю. Вот эти удары, они хорошо голову пробивают и туловище. Ух ты, попал, нифига себе, я думал, это он зацепит меня. Классно. Мне нравится это, друзья. Отлично, и по жизням. Неплохо зацепил ему. Еще можно. Оу, больно. Я верю, что это было больно. Блин, да что ты... Офигеть. Вот так вот. Обрадовался раньше времени, да? Видимо, радоваться-то вообще нельзя, пока не закончит бой. Он сейчас починится тоже, и я тут чинюсь, конечно же. Ну вот, а почти жизни кончились. Оу. Да что ж ты... Блин. Забыл в какую сторону уходить, в общем, не ушел, да? Так. Давай, набирайся. Ничего. До конца боя немножко осталось. Тут я или он, скорее всего я. Ну ладно. Дело. Смотрите, он еще прыгнул. Каков, а моста. Держи. И наконец-то. Хоть немножко по жизни уберу. Не так-то просто, да? Останавливаемся пока. Можно же долбануть. Промазал, как? Не представляю, а как я промазал тут? Мама, мы сейчас будем его бить жестко. Ну лучше, чем руку оторвал бы мне. Опа, проснулся. Проснулся малый мой боец. Давайте еще. Он голову починил, да? Ну хорошо. Силы не добавил, это уже радует. Ну что? Блин, урод. Стойся. Не хочет он этого. Отлично попал. Вот оно счастье-то. Два удара подряд. Смотрим. Сколько он уже дней отнял. Нормально. Туловище пробил. Да, подожди, будет тебе больно. А так. О, голову пробил. Супер. Сейчас я так и знал, что он закроется. Понял. Зря я так замахивался на самом деле. Очень зря. А здесь уже, походу, моя песня спета, да? Ладно. Да, друзья, я тут, скорее всего, отплясался, как говорится. Хорошо. Понемножечку.
помаленечку, и в итоге не успел, да. Ну, я если тем и той трубкой шел, как говорится, по очереди делал, я бы тоже не успел, но я решил попробовать что-то новенькое, ну, в итоге тоже не успел. Почему? Идеально смертельный выход для меня этот опыт. Ушел, ушел же, блин, красавчик. А вот это ты зря. Фу, еще раз ушел. Ладно, можно по башке дать. Блин. Шорохом только. Ладно, держим блок. Да достал ты, а. Сколько здесь с тобой можно драться, а? Скажите мне, друзья. Я, по-моему, метро его уничтожил. Быстрее. Опа. Опа. Нормально. Блин. Блин, закрылся, да? Метро малый. Вот так вот. Понемножку. Помаленечку. А тут-то я, конечно, лоханулся. Фу, попал, ну наконец. Минута осталась до конца раунда. Надо ее продержаться как можно эффективнее. Ага. Останавливаем. Останавливаем. Сейчас можно. Ууу, ударил меня все. Уходим. Ну нафиг. Лучше не рисковать так. В таких случаях. Это плохо, друзья. Он еще зажимать будет. Откройся уже. Давай отходить. О, повернулся, странно. Давай. Вот так вот. Конец раунда, конец раунда. Yes. Это как раз доведем его. Ну, вряд ли получится у меня полностью желтый цвет там. Ну, тело. Отходить я его немножко побью. Да, первый раунд, чтобы довести детали туловища его к опасному уровню, там, хотя бы к желтому, это долго надо. В итоге мне не хватает ни терпения, ни сил. Ай-е-е! Сразу же. А тут, в этом раунде, вообще под ударами нельзя попадаться. Потому что в такой степени мощный удар, там, охренеть. По башке нет, не получит. Думал, попадет и... Ой, уже, блин. Стойся. Не хочет он открываться, не будет. И держи подачку. Мы сейчас посмотрим. Может, ты выберет ему. Надо не расслабляться. Останавливаемся тут. Так. О, зря это. Зря. Зря вообще я сближаюсь. Сближаюсь с ним. Потому что... Опасно! Оу, чуть-чуть. Там не попал на самом деле. Еще бы немножко. Еще пропал вот так вот. Оу, тебя не обойдешь. Офигеть. Я так хорошо начинал этот раунд, друзья. И в итоге поплатился, да? Хорошо. Раз, два, три, четыре. И поехали. Прыг-скок. Блин, вообще еле останавливается в конце. Ну надо ему пошла кидать. О, нарвался парень. Это хорошо. А если бы он начинал бить меня? Удар. Мне было плохо. Не могу пробить его. Поймать даже. Вот так вот. Сейчас туловище, да, у него, пожалуйста, наверное, сейчас. Голова вроде, наверное, пожалуй, будет. И жизнь у него, правда. Ой, нос уже закончился. А это плохо, друзья. 10 секунд, держимся. Жизнь, мужик. Жизнь. Уходим. Погладил меня немножко, да? Давайте я увеличу силу, а теперь можно его уничтожать. Хотя я каждый раунд пытаюсь его уничтожить. Ну, у него удар послабее стал, но все же, я думаю, не такой слабый, как кажется. Да у меня и жизни мало. Три удара, все. Опаду или два даже. Отлично. Вот так.
Это хорошо, друзья, у нас вот там проблемы. Скорость. Отлично. Надо не голову надломить. А можно его прикончить, кстати, будет. Так. Куда все осталось? Отлично. Жизнь. И, оу! Что это за фигня такая? Это щит. Должен не пробить его, и даже нифига. Это плохо, друзья. Понял? Вау, вот это да. Я, знаете, я понимаю, что он близко, и мне коронными приемами не вариант. Вспомнил, что у меня, когда я одной рукой начинаю бить, я дерусь так вот, как сейчас дрался, да, апперкот, прямой удар. Вот, и что я про это забываю, если честно. Вставай, давай, не хочу тебя побеждать так. Хочу по-другому. Хочу вот так вот, а так вот. Что? Опасный. Движение-то рядом с ним. Подожди. Уходим. Да как так-то? Смотрите, у него уже проблемы с головой. Воу! Мне надо восстановиться. Хорошо. Блин. Все уходит. Давай. 10 секунд. Он начнет чиниться, кстати, друзья. Ну ладно. Откройся! Ну хотя бы один удар был произведен, это уже хорошо. Ну что? Голову, конечно. Смотрите, видели у него? Обычно, когда чинит, да, у него оранжевый цвет, он превращается в желтый. Тут у него хорошая починка. У него полностью зачинилась голова. Офигеть. Ну вот так, если. Слушайте, можно издалека его барабанить. Плохо. Еще надо. Повалить его надо все-таки. Опа, а вот это плохо, друзья. Это очень плохо, на самом деле. Достал ты! Я прямым понимаю, что не всегда эффективно. Это с дальней дистанции, да, хорошо. Тут надо апперкотами. Ну, в прошлый раз тоже апперкотом промазал. Вставай. Я знаю, ты можешь. А вот тут... Отлично. Нарвался, батюшка. Теперь отвечай. Я свинь за базар, как говорится. Ладно. Ух ты, еще и руку не повредил. Я вообще круг, друзья. А вот это плохо. Ой, как плохо. Тебе надо падать ему. Хорошо. Так. Восстановлюсь я. Надеюсь, конечно же. Да, вряд ли, друзья. К сожалению, этот бой проигран, но почти считается. Давайте еще. Прямо охота мне уничтожить. И вот так вот, да, сразу же первый удар в моську. Вот так, значит, да? Откройся же ты, блин. Рожа протокольная. Встретил меня. Молодец. Да достал ты. Что же он делает такое? Наконец-то я пробил. Первый удар. Поздравляю. Апперкот. Ой, больной апперкот-то был. Вот так. Он меня зажал и не отпускает. В итоге я сразу же упал. И можно отдохнуть. Блин, будет возможность победить мне его, не знаю. Ну тогда. Оу. Зря. Близко больно было. Вот так можно еще. Опять начинается. Сбиение младенца мой. Лучше блок. Лучше уж блок поставить. Вот так вот. Сюда мы берем. Еще. Тут больно близко. Тут еще моменты выбирать надо такие, знаете, ого-го. Да что ж ты? Долго так замахиваешься,
Ну, очень долго, друзья. Да? Что это такое? Граблями своими. О! Я успел. И единственное, что у меня вновь еще закончится. Да. Это на пределе было. Ну вот о чем я и говорил. Но у меня есть куда отступать. А может и нет уже. Давай, останавливайся. Фу! Вот так вот. Ну что ж ты? Вот даже так, да, стоящий нокдаун. Это плохо. Ладно. Сейчас надо. Вот начинается у него проблемы со здоровьем, этого бойца робота, да? В третьем раунде, по-моему, хорошо. А остальное тяжело его ходить. Да ёпарасоте, я же блоком отходил. Он, видимо, с блоком-то не отходит. Хорошо. Окей. Раз, два, три. Вот так. Раз, два, три. Еще. Еще. Иди сюда, мой милый хлеб. Вот так. Немножко разношу тебя. Хотя у него столько жизни, а? Иди. Вы посмотрите на моих жизни, а не его. Это просто жизнь, друзья. О-о-о. Да ладно. Не оставляет никаких шансов. Так. Я вряд ли, да, восстановлюсь в этом бою. К сожалению. Я не думал, что у Зевса будут такие проблемы с ним. Как... Вот так. Ладно, друзья, на сегодня заканчиваем. Я, наверное, на следующий бой пропущу Икса, потому что его не вынести. По крайней мере, я пытаюсь, и ничего не выходит. В общем, всем, кому нравится, пальцы вверх, комментируйте, друзья. С вами был Михаил, всем пока.